Так, привет всем. В общем, игру Альфу, правда, поставил. Прецинст, короче, непонятно. Так, параметры, язык, так, все окей. Давайте посмотрим сейчас, что собой представляет новая игра. Подтвердить, нет, играл уже ребенок на этом. Сейчас посмотрим, что у нас будет предлагать. Демо-версия. Там каких-то пару миссий пройти. Типа так-то вроде бы визуально выглядит прикольно. Зырканем. Ну, и грузит что-то так долго. Прямо эта ашечка. Пятерочка. Ну, давай. Мигалка, 3 дня буду грузить. Ну. Ты что, серьезно? Офигеть. Запуск, все пошло. Works in progress. Так, квали представляет. Давайте пропустим. В принципе, графика выглядит очень. Графика выглядит прикольно. And they remain at large. Так, Chandler says you're covering downtown. Keep him peeled. These guys are no joke. Что, на вас центр? You got a bus. Alright, I know you're dying to get out there. Can't wait. But before you all charge into the blue, I want to introduce you to our newest tent of lambs, fresh out of the academy. Bah! Where's Bo Peep when you need her? I could tell you where she was last night. This officer graduated from the academy at the top of his class. Yeah, that in 50 cents will get you a cup of coffee. And... Я вот это не хочу, мне интересно просто посмотреть. Опа! Блин, графика реально уматовая. Мне нравится. Фэ, говорить. Хорошо, не я понял. Так, shift, бежать. Guess we better earn our paychecks. Наверное, нам стоит отрабатывать зарплату. Ну все, давай. Погнали, куда выйти? А, выйти с участка. Почему в роли полицейского, шерифа какого-то. Сейчас будем жарить всех. Удерживать фэ. Вышли куда-то. А, вот на улицу, все. Так, добро пожаловать в полицейский отдел. Вэр, ну, малыш, наша первая миссия подкреплена. Ты сядешь за руль, у меня бедро пошаривает. Давай. Продолжить. Все, погнали. Садимся в... Ф. Ага, ехать. Двигаем Келли. Так, газ, тормоз, задний ход, в принципе, так, ручной пробил тормоз, так выйти из машины. Фе, окей. Включить сирену, левый shift. Now, ух ты. А, застрял, да? Будем сейчас стрелять. Ой, что тут машина проваливается куда-то. Ой-ой-ой-ой. Прям как в GTA-шке. Че, куда мы едем? Прямо. Давайте с сиреной. Еще тут немножко фрезит, да? Фрезит будет. Какая-то беда. Да, не было. А, и, кстати, не меняется положение камеры. То есть я вот в этом положении, который... То есть, а, не, вот немножко могу. То есть сверху окей. А чуть более положить камеру не могу. Все, мы приехали. Приехали почти.
послать. Good job, rookie. Time for some chow. А, я тут. Нормально так приехали. There it is. Так, а, хот-дог завтра чемпионов. С чем будешь, малыш? С чем он будет? Со всем, что есть, просто с кетчупом. Мне все, кроме сосиски. Ага. Давай, не, со всем, что есть. Выбрали. A maximalist. I can respect that. Конечно, максималист. Leo, my friend, for you, no charge. О, для меня еще бесплатно. Reed, you old softy. You earn that tip every time, don't you? Ah, breathe it in, kid. Best part of the day. Ладно, поехали дальше. Продолжить. Все, это базарить будем долго. Мы на месте. Так, ограбление банка. Опа-па. Не, погнали. Погнали, все, садим сейчас в тачку. Нас тут грабят банк. Так, левый... А, ну так я уже ехал с сиреной. Поехали. Ух ты. О, вот это красивее. В общем, шифтом играешься, включаешь, постоянно меняются эти звуки сирены. Все. Что, побежали, короче, херячить их. Так, перезарядить, так, целиться, правая кнопка целиться, левая стрелять. Дальше перезарядиться, зайти в укрытие, изменить оружие 1, 2, 3. Ага, я понял. А, ну нам нужно, в принципе... Ну, не, давайте шокер. Вся, сели. А-а-а! Вот сюда нужно сесть сначала. Чик. Все сели. Помните, мы делаем одно предупреждение. Если не отдадут оружие, мы кладем их приготовиться. Ах ты ж, шаг. Положили. Ну и тебя спрятал, что тоже нормально. Всё. Shots fired. Есть. Ну и в голову, да? Все копы уроды, хорошо. Всё? Стань. А, все, в эфире Бри Брукман, небесный дозор на АТБ, самые главные оперативные новости. Ну, в общем, понятно. Больше всего мы здесь поймали всех. Все. Let's go. А, и все? А чего вы там сидите? А куда? Мы за кем-то гонимся. Ё-моё. Так, при необходимости вызывайте подкрепление, запросить подкрепление. Вы можете так подозревать. Не, подожди, токены подкрепления можно. Ну я понял, ладно. Токены подкрепления, там больше кнопок никаких нету, поэтому. Давайте ага. Вертолет в дороге. Что мы? Давай возьмем. А, у меня нифига нету. Ладно. Ладно, ничего не надо. Ну, не будет ничего. Ну, а как ее выключить? А, правая кнопка мышки. Отменить, все, я не мог отменить, короче, нету токенов. Давай, погнали за этими дебилами. А, все, типочка мы выкинули. Понял, мы стреляем. А, ты видишь, что это твоя, твои сайта? Название надписи. Все копы его пришел, конечно, ты красавчик.
tighter to the suspect. Suspect vehicle identified in Fenwick East. Вот такое, честно, как бы. Возможно, она интересная, но... Мне кажется, она ненадолго. То есть, если вы думаете реально покупать, я думаю, она не стоит того. Всегда давайте подозреваем возможность мирно сдаться. Отдавая голосовой приказ. Когда счетчик сопротивления опустится до нуля, подозреваемый сдастся. Упорное подозреваемого не реагировать на голосовой. Так, left, control, голосовой приказ. Ага, понял. Ну ты урод. 84 to Central. А, ну все. Pursuit has been terminated. Подожди, я хотел его там чуть удерживать. Сопроводить. Мы тебя сопроводим прям. Прикольно. Так. А, все, удерживать посреди чувака в машину. Ну все, 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 все. Все, садись, поехали. Ух ты, диваха какая модная. Нормально так. Прыгает как конь. Ой. Классно водишь, придурок. Ах ты мудак. Такая, короче, реально сырая, недоделанная какая-то игра. Я вообще о ней не слышал, это вот спонтанно увидел. Неделю назад, кстати, да. Много реально фриза ловит. Вот в этих моментах какие-то загрузления. Все, мы, короче, приехали на свою базу. Все, давай. Теперь тип. Вылазь. Все, мы тебя сопровождаем, побежали. Тык-тык-тык-тык-тык. Сумочки-то баблишечек много, наверное. Ага. Да, ну я сейчас получу, наверное, премию. Нифига, типа. Все, оформляем. Так, Вудро Мортон, перекресток Фенвик 7. Нападение со смертельным оружием, кстати. Отягощенное ограбление со взломом, попытка скрыться от ареста. Нет, права зачитаны. Зачитаны? Блин, ладно. Нет. Ник Кордл. Все, окей, хорошо. А права, кстати, должен был зачитать. Зачитать ему. Типа он там имеет право что-то там. Опа-па. А он пошли. Тихо-тихо-тихо. Алло. А, я с ним побазарить не могу, да? У меня вообще-то есть права, ну, понятно. А ты? У тебя вообще ничего нету? О, мой братанчик. Не скажу ни слова. Ну понятно. Ты тоже ничего не скажешь. Ладно, закрыть их. Ладно. А тоже прикольно. Все, короче, посваливали. Никто никого ничего не закрывает. Они же такие смотрят. Так, какая у нас сегодня проблема, Джин? Так, неправильно подшито обязательства. Так, ладно, давай пропустим это. Мне немножко это все нравится. Интересно процесс увидеть дальше. Дальше процесс на что? Мы куда идем? Давай, садимся. Будем сидеть по ходу за... Все. Чё, всё? Всё? А, белый день наступил. Всё, короче, сваливаем. Мы не будем ждать этой бабы. Вчера ты отлично поработал, я понял. Спасибо. Всё, не знаю, за кого голосовать, иди ты. Погнали дальше. Куда нам? Открыть руководство? Стоп, а где у нас это руководство? Ага. Журнал... Ну, есть. Журнал смен. Смена 1. Нет, не туда. Отменить. А что нужно было сделать? Выйти. А, с участка. Выходим с участка, как всегда. Садимся, Фе. Так,
Существует 6 типов нарушения. Ага, перекрытие пожарного гидранта, помеха транспортному потоку, слишком близко к перекрестку, на тротуаре, в зоне, где запрещена парковка, и циклические парковки. Окей, давай посмотрим в руководстве потом. Погнали. Let's go find some parking violations. Но, садись. There are 6 different parking violations. А, сейчас, значит, ну это все я прочитал. Давай погнали сразу. Будем. Parking in the opposite погнали. Direction of traffic. А, too close to a crossing or on the sidewalk. Oh, and of course, parking in the no parking zone. Parking, oh, and don't forget expired parking meters. Just be sure a vehicle is parked illegally before issuing a ticket. You can't take it back. А, вот перекрытый гидрант, кстати. Can you see what parking violation this bozo is committing? Часы истекли, зона парковки на тротуаре перекрытие. Good job. Вот, the handbook shows all the violation types. Come on, let's check some parking meters. Блокировка. Что у нас еще? People are allowed to use parking bays until the meter expires. When you inspect the meter, 0 minutes remaining means it is expired. It's worth checking the meters at bays that are in use. There's a lot of people who don't like to pay their dues these days. Is it expired? Give him a ticket. Серьезно? Слишком близко к перекрестку про. That wasn't the right ticket for the violation, rookie. Не понял, то есть я тупанула что-то? Так, для этого нужно это. Ну, какое? Ну так я выбрал, алло. Hey, you're getting the hang of this ticket. Ну я выбрал, же часы не стекли. Все. You'll come across different crimes as you walk your beat. You could be issuing так, parking tickets 1 minute, then chasing an armed thug the next. My advice, весело. Be prepared for anything. Куда дальше? Ты тоже тип ходишь как олень? Ну, я типа ходить не могу спокойно. Мне либо бежать, либо не бежать. Will you look at this? Right on. Только посмотри, выписывай. А, стоит где-то на этом, прикинь. На трату. Ах ты ж и шар. Продолжим. Это что такое? А, использовать. Got eyes on a vandal. Go handle it, kid. А, иди разберись, что каждому присвоило. Офигеть. И что делать? А ну-ка, hands up. Issue the fine and let's get out of here. Штраф. Выписать только штраф. Excellent. That handbook will help you stick to the rules. Все. А зачем он его взял, наручники? Ладно. We should check for any more spray can bandits nearby. Я бы стрельнул бы. Если стрельнуть. Ладно, не будем. Куда дальше? Ну? И куда дальше? There's one. You know what to do. Так, we have a graffiti vandalism down here. Граффити пишут. Тихих пацан. Reel it in. Всегда применяй соответствующий пример. Ты в смысле? Vandal work in my patrol sector. Ага. Ну ладно, палкой. А ну стоять, я тебя. Дубинка не летальное оружие для защиты. Get your baton out, partner. Так я взял дубинку. Check your authorized force. Уровень разрешенных мер.
We have a graffiti vandalism down here. Get your baton up! No. Get your baton up, partner! Давай дубинку доставай. Достаю. Класс, вытекай, попробуй его задержать. А, все. Ну, я теперь задерживаю. Assaulting a cop? That's a serious offense. Все. You waiting for a written invitation? Arrest him! Не, ну не... А, арестовать. Call an escort unit to take our suspect to the precinct. Все, теперь что дальше? Арестованных подозреваемых необходимо сопроводить в участок и зарегистрировать в приемную. Вы можете сопроводить их самостоятельно, но или вызвать группу сопровождения подобную. Я понял. Ну давай... вызвать группу сопровождения. Что, далеко идти? Есть, все, мы его бросим. Let's walk back to the station. But keep our eyes peeled. Ну все, погнали туда. Опа-пача, тихо-тихо. А, подожди, синим счетчиком. Left control, приказ голосовой. Deal with this mope, and then we'll call left it a day. Control. Hey, you! Wait there! Wait there! Давай. Hey, you! Все. Взаимодействие. Might as well escort this brain box ourselves. Подробности сопроводим. Quit struggling. Ну все, ведем его, короче, на базу. Все, чувак. А подожди, стой. А я ему не зачитал права. А, ну ладно. Just relax, will you? Что? Просто довести, оформить все. А, права зачитаны нет. Ну все, не зачитали мы права. Это, кстати, деваха какая-то. Еще и драться с одной. Она сваливала просто. А не. Или девка мускулиста, или непонятно кто. Завершите смену на своем месте. Все, ладно, сейчас завершаем смену, где. Да и все. И закругляюсь. Ну, честно говоря, так. Держать. Все, пропускаемся. Все, в общем. Все, закругляемся. Так. Значит, вызов заново, параметры вернуться, выйти. Все. В общем, что могу сказать? Игра интересная, но опять-таки. И параметры. Вот смотрите, графика. А, низкая даже. Вот ультракачество какое-то. Тут что-то вот низкое, 30 кадров. Короче, фигня, типа. И она немножко подлагивает местами. Ну и. Себе. Как бы я не знаю, сколько оно будет стоить, не смотрел в стиме, пока демо-версия. Да, вот так вот.